Миша, кто лучше, Хаттери или Конан Осирис? Конечно, Хаттери. Ну, ты даже такие вопросы не задавай. Ты прекрасно знаешь, Хаттери это просто самое лучшее, что здесь есть на этом Евровидении. А в чем принципиальное отличие? То есть и то странно непонятно, и это странно непонятно. Ну, там-то все понятно. Там реально антикапиталистический месседж. В чем он заключается, извини? На сцене он чувствуется, этот антикапиталистический месседж? Конечно, чувствуется. Ладно, расскажи нам, что вот здесь чувствуется тебе. Здесь у меня ничего не чувствуется, потому что песня ужасная. Вообще вот это все просто выглядит это непонятно. Ну, вот просто непонятно, ничего. Это же психоделика, понимаешь? В прошлом году вот я посетил в Лиссабоне 4 концерта вот такой музыки. Ну, это ты. Я ты, кстати, на один из них пришел, но до концерта еще ушел. Нет, я ушел тогда, потому что очень поздно было. Вообще, здесь очень много фанатов этой песни, судя по... Не, на самом деле, это классно, посмотри, это свежо, это... То, что это необычно, конечно, это не... Да, но... Музыка и песни не воспринимаются. Это про связь с высшим миром. Прекрасно. Музыка не воспринимается вообще никак. Вот просто. Ну хорошо, твоя оценка. Моя оценка единица. Ну моя оценка, а у Хаттери сколько было? 10? У Хаттери 10, да. 7.